30 инсталляций падрыхтаваны вытворцамі знакамітага варшаўскага цэнтра «Капернік». Яго візітная картка – сумяшчэнне навукі і мастацтва. Праект відавочнае і неверагоднае у Польшы наведалі десяткі тысяч гледачоў. Зараз такая магчыма з'явілася ў гасцей гомельскага палаца Румянцавых і Паскевічаў. Упершыню ў гісторыі музея правіла рукамі не чапаць, не дзейнічае. Каб атрымаць поўнае ўражанне ад выставы, з экспанатамі трэба узаемадзейнічаць. Внешні экспанат простой, но когда он заглядывает и может почувствовать явление, он может увидеть иллюзию, он может разглядеть какие-то законы научные, каждый эффект какой-то, но все равно это эмоция. То, что побуждает, собственно, дальше человека идти и развиваться в данном направлении. Экспонаты дозволяют убачить уластивости светла, погулять с колерами и светловыми променями. Наведвальники выставы могут покрутить велизарные калейдоскопы, крывые люстерки и створить аутопортрет незвычайного колеру. Больше за все, конечно, это уражает школьников. Очень понравилось. Все такое необычное. Если бы уроки физики в школе были бы такими же, как здесь, то было бы очень хорошо. Выстава видовочная и неверогодная оптика будет працевать у Гомеле до 30 кастрычника. Уже зараз у организаторов есть планы провести у Гомель наступный подобный проект. Настасья Кучинская, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель».